Польше сегодня день скорби. Там вспоминают всех павших от рук украинских националистов в годы Второй мировой войны. Основные мероприятия проходят на кладбище Жолібош под Варшавой. 11 июля 43-го произошли события, которые вошли в историю как Волынская резня. Тогда одновременно были атакованы 150 польских деревень. Всего за годы войны националисты из УПА, эта организация запрещена в России, и других группировок убили около 100 тысяч жителей Польши. Сегодня Ярослав Качинский, лидер правящей в стране партии «Право и справедливость», назвал резню в Волыни геноцидом, отметив, что убийства были невероятно жестокими. Почтили память погибших все первые лица государства, включая президента и главу правительства. Ранее Верхняя палата польского парламента призвала признать действия украинской повстанческой армии геноцидом. Теперь, как было объявлено сегодня, Верховная Рада Украины готовит ответное заявление.